Привет гостям канала. Сегодня подкинули мастеру двигатель управления с вытяжки Элика, называется. Владелец сам все снял, говорит, ну, для удобства принести мастеру. Говорит, не включается. Так, что, начнем. Я, конечно, кнопку уже разобрал, но решил все-таки поделиться с вами опытом данного ремонта, потому что не всегда у нас вытяжки часто, а вытяжка находится у каждого на кухне. Так, ставим тесты на прозвоночку, нам интересны прозвонить обмотки все. Есть. Так, вот здесь предохранитель, либо термопредохранитель находится. О, смотрите, вот он здесь находится, такой в пластиковом корпусе. Прозвоним его. Тоже отлично. Значит, двигатель живой. Можно будет рентабельно ремонтировать, будет однозначно. Так. Здесь я вот проверил, ну, сетевой кабель там туда-сюда. 220 приходит. Ну, решил уже проверить на кнопку, приходит ли напряжение. Разобрать ее надо, вот это нос сначала снять, два зацепа разогнули, они удерживают еще сетевой кабель. И вот так вот, раз, два, три, и здесь две защелочки, и разобрал. Вот здесь так находятся вот такие, типа еще советских у нас перемыкачи. Так, и вот здесь еще у нас ползунок такой находится, он на микрик нажимает, это когда выезжает вся вытяжка, насколько я так понимаю, то он отключает сеть, прерывает. Так, ну вот. Самое проще будет его прозвонить, честно. Нажимаю, а он что-то не звонится. Вот. Самый первый шаг, и он у нас определился уже как косячный. Мы можем даже сейчас проверить. Сейчас мы подключим в сеть. Что мы поставим? Первую передачу. А, это у нас первая и вторая, то есть получится вот так вот. И мы можем сейчас закоротить его. И по идее должен двигатель запуститься. Отлично. Моя гипотеза подтвердилась. Ну вот так вот, меняем этот мигрик, собираем и тестируем еще раз. Ничего здесь сложного нету. Так, заменили этот супер мигрик маленький. Все, нажимаем здесь на блокировочку эту. Отлично. Все режимы работают. Подсветки нету, лампочки выключены. Все. Так, от сети отключаем. Так, как это было уже у нас? Вот так вот оно было, по идее. Так. Так, все захлопнулось. Теперь заводим сетевой кабель сюда, он удерживает этот нос такой. Все. Можно владельцу отзваниваться, пускай бежит, забирает и занимается сборкой. Вот такой маленький деталюга, а вывела из строя всю вытяжку. Фирма, как нам заявили здесь, Элика. Ну все, было интересно. Поставьте лайкос для продвижения технического канала на просторах YouTube. Всем пока-пока.